Это событие старые времена, еще очень старые времена, старые книги еще написано, что между Новый год, еврейский Новый год, Йом Кипур, судный день еврейский, это два судных дни, принято ходить на кладбище. Эти дни решается судьба на каждого человека. Сказано в книге, что в Рош ха-Шана, еврейский Новый год, идет запись. Идет запись, каждый человек, что будет, какой год у него будет. И в Йом-Кипур дают 10 дней. Это 10 дней, которые дают, вставляют печат. Скрепляют печат, какой год будет, хороший или плохой. Или плохой. Мы надеемся, что нам писали и ставили даже печат, хороший год. Но для этого надо ходить на кладбище. Кладбище это такое место, где там лежат люди, которые жили в этот мир. Жили в этот физический мир, с одной стороны. С другой стороны, сейчас душа находится в другой лучший мир, душевный мир. Душа находится в душевном мире. С одной стороны, они знают ценности материальные, наши ценности, наша жизнь. С другой стороны, они знают духовности. Находится близко, душа находится близко к Богу. Поэтому мы просим им их помощь перед канун, такой судный день, Йом Кипур. Мы просим, что они будут молиться за нас, что у нас будет хороший год. И мы это сделали этим году, несмотря на то, что это была пятница. Алина Цезудра, рабочий день в Эстонии, пришли довольно много людей. И мы уверены, что год у нас будет хороший год. Есть там молитва, которую мы читаем, имеется два молитвы. Одна молитва, поминальная молитва. Мы просим Всевышний Бог, что Бог будет принимать душа, что душа покойники будет среди рай, среди праведники, праведницы в рай. По-еврейски обычай очень важный момент, имеется жизнь после жизни. Наша жизнь, которую мы живем в этот мир, это наша материальная жизнь. Мы это лучший мир, духовный мир, который душа, который это дух, идет туда после смерти. И мы читали поминальную молитву, что душа там будет спокойна. И читали еще одну молитву, молитва наша за живых, что у нас будет прекрасный, хороший год, сладкий и веселого года.